Сегодня проходит международный турнир по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму RAF Power 2017. Большое количество участников, как среди мужчин, так и женщин, большое количество ветеранов. Также сегодня будут принимать участие в соревнованиях дети, начиная с 7 лет. Очень жесткая и динамичная борьба практически во всех весовых категориях. Сегодняшний турнир является отборочным для выступления на чемпионате мира, который пройдет в октябре в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, что в этом году команда Украины будет представлена в полном составе. Всем спортсменам хотелось бы пожелать спортивного долголетия, поменьше травм, хороших результатов, быть сильными и здоровыми. Выступил на соревнованиях, результатом очень довольный. Подготовка у меня заняла 3 месяца. Конечно, хотелось бы больше поднять. Все-таки у меня есть тренер, сказал пока обороты опустить. Рекорд Украины составлял в моей категории 310 килограмм, я перебил на 500 грамм. Мотивация есть дальше, и у моего тренера есть мотивация. Спасибо большое тренеру Гандзюку Артему, что меня подготовил, смотивировал. Девушки, это очень важная моя мотивация. Организаторам, организация зала соревнований очень хорошая. Будем дальше тренироваться. Цели, конечно, хотелось бы затянуть 350, это моя планочка на следующий раз. Ну а там как Бог даст. Главное, чтобы здоровье позволяло. Занимаюсь очень давно спортом. Начинал с тяжелой атлетики. Вот. Участвовал в силовом экстриме, в батырских играх, казацких развагах. В прошлом году решил попробовать себя в пауэрлифтинге, в частности в становой тяге. Стал чемпионом области в категории до 100 кг. Основная моя цель была международный турнир по становой тяге, к которому я продолжил готовиться в течение года. Цель была МСМК, ну и соответственно дальше рекорд Украины. Всем спортсменам закончить без травм, всем анаболизма, всем роста. И силового, и мышечного. Вот. Удачи, успехов!